Как вы видите роль Индии вот в этом переформатировании глобальной архитектуры? Потому что ну, мы видим, что в этой ситуации Индия пытается играть, ну, у нее есть на это все основания, потому что большое мощное государство с огромной экономикой, с ресурсами, которое к тому же растет достаточно быстро и динамично. Вот. И в этой ситуации Украино-Российской войны Индия тоже, как и Китай, там пытается на этом получить какие-то дополнительные баллы, покупает дешево российскую нефть, перепродает, но в то же время имеет очень серьезные связи и с США, и армию свою сейчас перевооружает как бы западным оружием, и при этом имеет сложнейшие отношения с Китаем. Вот в вашем понимании Индия какую, в какой логике будет и куда дрейфовать? Смотрите, Индия обречена дрейфовать в сторону выживания на союз с саксами. Потому что, предположим, то, что я вам описал по Китаю, она или должна стать партнером, союзником, как хотите, другом Китая, что априори невозможно, хотя бы потому, что Китай находится географически, условно говоря, на возвышенности, а Индия в низине. То есть это уже неравноправно в их понимании. Я говорю о географии. Второе. Не зря же появился проект «Большой Китай» или «Большой Индостан». Сейчас Китай выстраивает конструкцию союза с Австралией. Индийская экономика должна выживать, а ей нужны морские пути. И исходя из этой концепции, она или должна, грубо говоря, стать младшим братом Китая, или опереться на внешних модераторов и стать победителем в этой войне. Я хочу сказать, что, может быть, фраза будет неправильно сказана, что запрограммировано, но ситуацию именно так создают, что вопрос выживаемости или сохранения народа, нации, экономики или, условно говоря, флага, он обеспечивает определенные превентивные мероприятия. И вот они, условно говоря, когда приходят к границе столкновения, потому что между ними нет такой территории, в политике есть такая вещь, тампонная зона, дружественная, то есть через третью дружественную страну, например, в Москве, предположим, очень хорошо дружить по сухопутной границе, потому что с Ираном, потому что между ними Азербайджан. Но как только, я в вашем интервью сказал, у Азербайджана с Грузией, с Украиной нет проблем. Почему? У нас нет общей границы. Вот я хочу сказать, что у Китая с Индией есть общие границы. Это уже обречено на столкновение. Потому что защита интереса, защита суверенитета и вопрос выживаемости, он подтолкнет вот эти, так скажем, элиты к движению капитала, к движению к власти, к движению контроля всего и вся. Вы посмотрите, Индия стала залезать в Закавказье. Ну, здесь для нее, условно будем говорить, союзником стала, так скажем, через Иран, Армения. То есть у нее опять логистический коридор через Грузию, Черное море и в Европу. Она пытается выстроить для себя логистику, транспорт, чтобы выживать. Ей нужны партнеры. И вот сейчас, приходя на Кавказ, она, я не скажу, что врагом, это неравные силы, но, в принципе, она уже стала, условно говоря, недружелюбной стороной для Азербайджана. Потому что ее дальнейшие шаги союзнические должны заставить ее выбирать сторону. Она ее делает. Она продает, например, вооружение Армении. То есть она выбирает сторону. Когда она выбирает сторону, выбирает партнера, то она автоматически оказывается на другой части. Поэтому здесь у Азербайджана союзник Пакистан, здесь у Азербайджана союзник или партнер в кавычках Китай, потому что через Азербайджан проходят китайские товары и так далее. Вы понимаете, логика мироразвития, торговли, логистики, капитала, она все время требует, знаете, системы, сильный пожирает слабого.